Музыкальная мощь и масштаб нашего проекта готовы? Поехали. Наблюдать друг за другом издалека и ближе. Дальше в проекте остается Сева. Всеволод Рудаков проходит следующий этап суперпроекта «Голос дети». Ты будешь говорить, или даме дадим, а? Энни, Бенни, Рики, Фряки, Турбо, Урбо, Синтебряки, Деус, Деус, Краснодеус, бац, ты говоришь. Спасибо огромное Пелагеюшке, спасибо огромное Сергею Сергеевичу, маме Пелагеи, что научили меня так многому, и я хотела бы закончить это все своей песней. Одной. Давай, только не закончить, а просто продолжить. Давай. Show must go on. Yeah. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My mega baby breaking. But my love.
Потому что это было очень круто. Вы увидите это по телевизору. Это большая моя гордость. Вы большие артисты. И шоу «Мозг Голлэн». Понимаешь? Ты умница, боевик. Ты такая большая молодец. Смотри, Сережа, ты чего ребенка довел, а? Ну что ж, иди уже тут, садись. Мы стали склонять наставников. Пелагеюшка, Беланушка, Агутинушка. Давай, говори. А ты будешь плакать, нет? Нет. Здесь, что тут плакать-то, а? Да. Ты уже говоришь? Я просто не слышу, а? Ну что? И тут важно, что ведущий есть. Я хочу сказать большое спасибо Пелагеюшка, Агутинушка, Беланушка. И особенно Диме Нагиеву. Без него этого проекта не было бы. Что? Я считаю, ребята, что вот вы меня простите, для 7-8 лет вы на такой высоте. Спасибо, счастливо!